Вторая шаманка в чуме. Пожелтела от ветра воздух. И детей ее 12 разбежались по двору. В чуме тихо и уютно, только холодно порою. Все-таки зима глухая и морозы месяцами. Ну а муж ее рыбачит. Рыбы много, всем хватает. Он приходит поздно ночью, пьет оленье молоко, а с утра на лодку ходит. Вторая шаманка в чуме. Вот и все, что я хотела утром рассказать тебе.